11 к 3127.06.2018 обновлено 11.33.27 июня 2018 года 45502 Москва 27 Юн РИА Новости. 30-градусная жара, которая прогнозируется в Москве к концу рабочей недели, спадет к выходным. В субботу и воскресенье в городе ожидается шквалистое усиление ветра, интенсивные дожди, грозы и местами град, сообщили РИА Новости в среду в центре погоды ФОБОС. В столичном регионе прогнозируется ухудшение погодных условий. Произойдет это в выходные дни, когда к нам подойдет грозовой фронт. На смену жаре, а к концу рабочей недели мы прогнозируем повышение температуры до плюс 30 градусов, придут грозовые дожди, прохлада, причем ливни местами могут быть сильными и в отдельных районах не исключено выпадение града и шквалистое усиление ветра, рассказала РИА Новости специалист Центра погоды. Как сообщалось ранее, на неделе в столице будет держаться сухая и теплая погода. В пятницу воздух может прогреться до плюс 31 градуса.